Российские спецслужбы разыскивают сообщников террористки-смертницы, подорвавшей в понедельник автобус в Волгограде. Среди них и гражданский муж Наиды Аксиятовой Дмитрий Соколов. Его семье следствие пока запретило общаться с журналистами. Повышенные меры безопасности введены не только на юге России, но и в Москве. Президент Владимир Путин в Уфе на встрече с лидерами мусульманских организаций обвинил в подготовке теракта врагов России за рубежом. Некоторые политические силы используют ислам, а точнее его радикальные течения, кстати сказать, исторически не характерные для российских мусульман, в целях ослабления нашего государства, для создания на российской территории зон, управляемых извне конфликтов. Напомню, в понедельник в результате взрыва в пассажирском автобусе в Волгограде погибло 6 человек, более 30 пострадали. Предполагаемая террористка приехала из Махачкалы рейсовым автобусом на Москву. Она вышла в Волгограде и пересела на городской автобус 29-го маршрута, который сразу же взорвался.